Как вы думаете, где выгоднее и лучше всего открывать кейсы? Прямо в CS2, да, или на MyCSGO, где я частенько играю. На MyCSGO также есть стандартные кейсы, вот такие вот обычные, которые имеются даже в обычном CS-ке. И почему здесь выгоднее и проще открывать, сейчас тебе расскажу и все покажу. Не забывай, промокод DENERS использует 30% где пойдет лутать. Это очень приятный бонус, 1000 закидываешь, 1300 получаешь, там 2000, 2600, десятку 13 тысяч, да. Ну и также подписывайся на канал, поставляй лайкосы, какие следующие видеоролики ты хочешь видеть, пиши в комментариях, колокольчик нажимаешь, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну и как всегда, все полезные ссылки будут закреплены в комментарии. Ну что, не будем затягивать, погнали, тебя сейчас поближе с этим познакомлю. В балансе 16 тысяч у меня сегодня будет, да, и почему здесь выгоднее, лучше вообще открывается. Та же самые, такие же самые кейсы, да, вот смотрите, киловатт кейс, революшн кейс, CS20 кейс, призма кейс, Danger Zone, Horizon. И многие-многие другие, призма там, гидра, и тоже здесь дорогие кейсики, Operation Браво, там, Веапоны, первый, второй, третий, да, дорогие вот эти вот данные кейсы. Почему здесь намного выгоднее, лучше открывать? Ну, смотрите, давайте вот то же самое, да, а вам, когда нужен в Steam, ну, во-первых, вам нужно закинуть Steam, сейчас это в РФ, да, проблема в СНГ в целом, купить кейс, потом к нему купить ключ, да, а кто в этом не разбирается, это реально как бы сложнее. И, во-первых, там дороже это все будет стоить. Здесь зашел, открыл и все. Здесь, во-первых, дешевле как бы стоят сами кейсики, да. А во-вторых, здесь как бы как будто получше дропается. Я не знаю, ну реально это лучше дропается. Смотрите, 16 тысяч на баллике. Давайте сразу дорогие кейсики пооткрываем. Попробуем что-нибудь повыбивать. Можем открыть 3 кейса в Weapon Case, вот эти по 5 тысяч, да. Есть такие кейсы дорогие, такие олдскульные, да. Вот можно их попробовать и выбить. Как раз таки 16 тысяч это и будет стоить all-in. Как бы я для этого и закидывал по промокоду DENERS, чтобы их открыть, а потом уже от них отталкиваться. Да-да, нет, как говорится. Так, гипнотический и темная вода. На 20900, кстати, падает. А это стоит 16500, то есть в плюс 4400 рублей. На балансе 21 тысяча. Вот так вот. Так, браво кейс. У меня не получится здесь открыть, да, это дело, потому что не хватает 1600. Но получится данный вот этот кейс открыть 4650. Здесь прикольно, тоже ганны могут упасть. Давай попробуем. Если что-то дорогое выпадет, можно уже оставлять для вывода, потому что баланс такой как бы в ноль сейчас. И у нас ганны... Насколько выпало? 6700. О, кстати, в плюс тоже упало. Так, давай еще разочек. Виктория. И еще разочек. Так, еще на плюс на 2000 все равно мы идем. Так, еще что-то ножик какой-то дропнется. Либо что-то... Что нужно? Нам только здесь ножик и надо. Если ножик дропнется, мы его сразу же для вывода и оставляем. Пока что хорошо. Баланс держится, даже плюсуется. Как бы не может и не радовать. Я говорю, здесь намного прикольнее открывается и намного выгоднее. Не надо какие-то кейсы, что-то там, ключи, закинуть баланс, полный бред это. И очень все это муторно и долго. Здесь зашел, закинул через СБПшку по QR-коду, как хочешь. И все, и пошел открывать. Не нужно какие-то ключи, ничего. Вон, кому-то пламя упало. Так, все, крайний раз здесь откроем и пойдем дальше открывать другие кейсики. Так, хорошо. Так, ага. Какой кейс откроем там? Хрома кейс. О, здесь бабочка есть, давай. Красной зверь, да, здесь, окей. Здесь бабочка. Можно будет ее открыть раза еще два. А вдруг выпадет бабочка, будет прикольно. Так, позевал, извините. Красной зверь выпала. За 2100 в предыдущем открытии. Давай крайний раз откроем и пойдем дальше открывать. Угу. Окей. Так, хорошо. Двадцатка на балке у нас остается. Нам бы сделать 22 как-то. А как это сделать? Блин, я хочу еще раз вот это открыть. Погоди, один раз давай-ка. 5500, да? Гипнотически сколько? Десятка? А давай мы его просто оставим. Мы его оставим. Погоди, сейчас еще разочек. Опять он выпал. Погоди, уже в 2х мы. Давай еще разочек. Так, татуировка дракона, сколько он стоит? Девятка. А мы его тоже оставим, давайте. То есть мы уже на 19 тысяч, баланс был 16, на 19 тысяч, конечно, на 20 тысяч мы оставили 2 скина, и еще балик 14 тысяч почти. Я говорю, какая-то имба. Ну, блин, сейчас по-любому что-то из-за... Ладно, давай, если за двушку выпадет, сильно маленький минус. А, отлично, еще даже в плюс выпал. Хорошо. Еще разочек. Ну... Ай, ну вот, наконец-то, да, она выпала. Ну ладно, санан. Нет, погоди, еще разочек хочу. Стой. Ну, блин. Последний, все, ухожу. Ну, блин, ну да, уже все. Три гана плохие дало.
Жестко, очень жестко. Так, отлично, блин, офигенные кейсы. Так, хорошо. Или хорошо, или хорошо. Ну, вы поняли. Погнали, давайте, Operation Broken. Let's go. Плюс дало 300 рублей. Угу. Хорошо, хорошо. Нюарчик, кстати, за душечку. Это за душку нюарчик упал. Не, давайте тоже продадим. Самое главное, плюс 1300 плюс и ушли мы. Так, ну давай откроем тогда вот этот Dream. Прикольный кейсик. В таком интересном цветовой гамме, да, который отличается от всех тоже. Он такой вроде бы единственный такого цвета. Сделали вот Valve. Давайте даже посмотрим, покажу вам его. Посмотрите, видите, все такие желтые, 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 там оранжевые, желтые. С краснотой, тут какие-то золотистые. Здесь такой пац. Какой-то фиолетовый отдает, что-то еще. Не знаю. Так, хорошо, погнали. Вот этот данный кейс можно открыть. 5700 это стоит. Здесь как бы кровавая паутина часто дропается. Да, вот она упала два раза. И поэтому это даже в окуп ушло. На 400 рублей. О, ягуарчик. Вот это хорошо. Ягуарчик будет хорошо стоить, да. 4880. Так, смотрите, как мы сделаем. Вот так вот продаем. Вот так вот продаем. И вот этот ягуарчик мы тоже оставляем. И все. Уже на 25 тысяч у нас есть скины. Хорошо, 4700 стоит. О, а мы можем вот это сделать. Прям all-in. 16 рублей остается. Так, синий ламинат, рентген. Ага. Ну ладно. Самое главное то, что в плюс на 2000. После хотел, думал, что... О, вот, электрический улит по-любому под вывод. Да, это тоже для вывода. 3600, отлично. Найс, 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 найс. Так, это уже мы с вами вывели на сколько? Уже на 30-ку почти вывели. Так, 4700 на балике остается, 730, так сказать. И можно, можно вот этот данный кейс, прикольный кейс, который можешь выпустить ножик, да. Вот 5 раз у нас как раз можно его открыть. Давай нож. Не, ножик он нам не дал. Давайте вот его добьем. Да, ну это кейс. Блин, конечно, на 30 тысяч рублей повыбивали из кейсиков, с обычных, да, когда балик был на 16. Ну, я не думаю то, что вы сможете это сделать. Valve? Да, сможете, но не так часто, так сказать. Там намного... О, атомный сплав еще падает за 4000. Офигеть. Хорошо. Тоже оставляем. И открываем еще разочек. Атомный сплавочек это очень хорошо стоит. Олдскульная пушка. Блин, классный кейс, кстати, хорошо дает. Туда-сюда и прям-прям в плюс еще. Отлично. Давай, давай открытие. Я думаю, это можно будет, знаете, как сделать, смотрите. Сюда. Вот сюда. Так, это он, да, электрический улей здесь. Сколько раз можем открыть? Вот три раза. И все. И на этом, я думаю, закончим. Если электрический улей выбьем, будет круто. Так, здесь не выбили. Два раза. Электрический улей у меня раньше был фул синего цвета. Офигенный авик. Так, о. Отлично. Вот на этом электрический улей и остановимся. Тридцатку мы точно там повыбивали. Какие требовалось доказать то, что здесь намного выгоднее, проще. Даже открывать проще. Люди любят как бы самое главное простоту, верно же? Промокод DENERS юзайте. 30% депозита лутаете. Косарь закидывайте 1300. Там двушку, 2600, десятку, 13000. Я считаю, это очень крутой бонус. Ну и также пиши комментарий, какие следующие видеоролики ты хочешь, чтобы для тебя лично записал. Поставляй лайк. Ну и скажи, что еще ставить, правильно, колокольчик, выпускает новые видеоролики. Ну и как всегда, все полезные ссылки будут закреплены в комментарии. Ну что, друзья, спасибо тебе за просмотр, до новых видео, пока-пока.